Оборот оптовой торговли в Башкортостане в 2023 году вырос на 22,5% и составил 1 триллион 530 миллиардов рублей. По темпу роста показатели республика занимает в Приволжском федеральном округе первое место. По данным Минторга, за 9 месяцев прошлого года инвестиции в торговлю выросли на 9% и составили 5 миллиардов 800 миллионов рублей. На данный момент в работе находится 14 проектов в сфере оптовой торговли и складской логистики на 46 миллиардов. В сфере розничной торговли реализуется 30 проектов на 6 миллиардов рублей. Потребительский рынок является важным индикатором экономического и социального развития. Здесь структура и объем товарооборота характеризуют уровень потребления товаров, отражают, в общем-то, изменения общественного благосостояния. По итогам двух последних лет, несмотря на ряд неблагоприятных внешних факторов, оборот розничной торговли достиг более триллиона рублей. Что касается оборота общественного питания, в прошлом году он составил 42 миллиарда рублей. Рост почти на 21% к уровню 2022 года. В Башкортостане работают более 3400 кафе, ресторанов на 140 тысяч посадочных мест. Сейчас в сфере общепита реализуется 9 инвестиционных проектов на 1 миллиард 200 миллионов рублей.